далее, вот это все пропускаю. Время жалко. Благодарность великим садоводам северных широт Бродскому, Латинкову, Железу, Боднару. Я сейчас один за всех. Я уже не могу сказать все за одного. Вот. Спасибо за эти стихи. В непогоду, в дождь и в зной, в жаркий день или холодный, вы волшебной рукой сад растите плодородный. Бьются гордые сердца в испытаниях и гонениях. От начала до конца, с тяпкой стоя на коленях. Нож в привычной руке уже легко дается. Черенок, что в кулаке, новым сортом разрастется. За спиной ученики. Вы не зря свой дар несете. С легкой сеете руки. И плоды свои пожнете. В северных растут местах. Минус 40, где бывает. Без воды и на ветрах сам волшебный вырастает. С ваших поросли выросли трудов персики и абрикосы. Вкус волшебных плодов, кто на севере, поймете. Яблонь, груш, черешин, слив, сотню сортов гибридов вы создали. Из них создадим много видов. Низкий до земли поклон. Просто так вы не уйдете. Вы в садах со всех сторон, каждую весну цветете. Не признала вас наука, это просто ерунда. Ведь Россия — это люди, вы живете в их садах. Наверное, я впервые, дальше пойдет обычная наука, я вас попрошу. Ребята, получился удачный этот клон или гибрид, или, или сортообразец. Пишите, не просто это, они действительно, ведь не, даже сам великий Казьмин не сможет, академик, признать в этих абрикос, которые в моем саду растут, что они все идут от этого, от академика. Они уже настолько переделаны. Добавляйте уже в наглую, уже, куда деваться-то. Надо их отличать, у них особая морозостойкость и особое качество. Фаина Железова, этот самый, академик Железова. Вот. Потому что это уже не академик вовсе. Вот хотя бы таким образом. Может быть, действительно память останется. Вот это интересная тема, ребята. Значит, я немного начал, продолжаю. Если это Украина, те, которые, вы уже даже знаете, что есть способ, вместо того, чтобы с риском, что не взойдут, тарификация, посадка, естественная, искусственная, вот, она не взошли, а человек разбивает, это мой друг с Украины, разбивает и высаживает, и у него получается. Ну, в всяком случае, про этот способ тоже говорю. А в данном случае он человек наблюдательный, это тот самый Валерий Александрович, в случае наблюдательный, ой, такой, он, и у него получилось как, что-то в последнее время таких все больше и больше. И вот именно на персик хасанский их стало больше половины, двойных. А это ненормально. Они всегда были, но в небольшом количестве. И он сам расшифровал это все. Ну так, что тут не понять? Были эмбрионе, все. Из одной плодовой оплодотворенной клетки получается больше одного эмбриона. Как яйцовый, как однояйцовый близнецы у человека. Дальше читать не будем. Вроде бы понятно, но почему так много? Что изменилось? Ведь мне эти фотографии присылали. Вот проросло косточка, а с ним вот так вот, раз-два. А тут массовое явление. Он их садит сотнями, а большинство двойных. И я почему это говорю? То я начинал разговор, а заканчиваю тем. Валерий Александрович, небольшое количество, можешь испортить, разломать до конца. И посадите, посмотреть. Если каждая половинка взойдет, значит, мы можем умножать еще. Мало того, что расколоть, получить сенец, мы можем получить, умножать на два. Расколол два сенеца, расколол два. Но это ваша вина. Зачем было вот это наблюдать? Зачем было прислать фотографию мне? А? Что, больше это самое, заняться нечем. У меня тут же мысли полезли. А почему не разделить пополам? Я изобретатель или кто? Поняли, да? Вот. Спасибо за ответ, Александр. Кто хочет, может почитать, пока я чай пью. Вот. Я в нашем кружке, она, как бы сказать, отвечает за науку.
Вот. Александра Савинович, вот она. Дальше пойдем. Если хотите прочитать научное объяснение, статью. А сейчас мы разбежались. Нам достаточно того, что это. Были простые. Вот. Расколол, посадил. Но сомнения остались. Или зайдет естественным путем. Как это еще можно вот это назвать? Это можно назвать еще. Ну, нет. Переводить термины человеческие не буду. Неприятно. Вот. Ну, поняли. Хотите так, хотите по-настоящему. Равняются ли они по качеству те, которые полный срок отслужили земле, вот, подготовились к родам, или, ну, все понятно.